великий автовор. Ты даже не представляешь, сколько в нашей работе приходится уделять внимание этикету. К моему великому стыду, я так не отплатил одному человеку за его доброту. Его слабость — машина. Он хочет, чтобы мы приобрели несколько редких экземпляров для его коллекции. Эти автомобили мы преподнесем ему в счет погашения моего долга, как подарок. Ты должен раздобыть эти машины и доставить в гараж за стоянкой в Ньюпорте. Для меня это дело чести. Запомни, тачка должна быть в идеальном состоянии, иначе ее не примут в гараже. Итак, всем привет, ребят, с вами Алексей24, мы продолжаем проходить игру GTA 3 по миссиям. В данный момент мы видим, как я мчу за тачкой, которая расположена где-то на радаре здесь поблизости. Так, я не знаю, мне либо за радаром следить, либо за дорогой, поэтому на стиль вождения мой обращать, наверное, не нужно. Ну, нормально, я звезду все-таки схлопотал. А я, как понимаю, вот эта машина, она самая дальняя, остальные будут поближе, поэтому есть смысл за ней ехать. Так, а как туда пробраться-то? Так, вроде я здесь, где надо. Ага, вот она тачка. Все, я нашел. Мы отсюда уедем хоть, я думаю. В смысле? А, вот она. У меня камера просто это. Все отлично. Отремонтирую тачку, она должна сверкать. Ага, еще перевернуться на ней, вот это мне не хватало. Все, уже понятно, я не смогу нормально тачку доставить, потому что я не успел чекнуть нормально местность. Я уже, наверное, говорил в предыдущих сериях, что я город не помню вообще. То есть я настолько сильно позабыл, что я ориентируюсь только по радару. Радар здесь немного, я обратил внимание, дебильный. В том случае на карте будет помечен квадрат, даже если цель выше или ниже, радару пофиг. Она как была в квадрате, так и останется в квадрате. Так, я время очень много теряю, конечно, на все эти перекраски, но... А идеально не доедешь быстро, в любом случае. Так, отлично. Так, ее бы сейчас только не бахнуть. В смысле? Я ее уже бахнул? Блин, это подстава. Блин, или я ее бахнул, я просто не заметил. Возможно, бахнул и, возможно, не заметил. А ладно, погнали. Так, я предлагаю прыгнуть. Немножечко потерять брони, но сэкономить секунды. Итак, такси... Эй-эй. Ну, понятно, минивэн. Минивэны, они толком не едут. Это кто там скримингом заорал? Ладно, едем прямо. Угу, бандосы, понятно, как обычно все. Так, это въезд на стройку. Иди отсюда. Мне это все дело надо объехать. Так, въезд на стройку, мне там делать нечего. Поворачиваем вот здесь. Я, кстати, когда пробовал проходить эту миссию, я вот в эту стройку попадал и оттуда не мог вылезти. Терял кучу времени. Так, я остановлюсь здесь. И подбегу сюда, я думаю, это будет быстрее. Все, садимся в машину. Так, отлично. Машина очень быстрая, я бы сказал. Мы до боксов должны доехать быстро. Вот получилось бы ее еще не бахнуть, будет вообще идеально. Так, бандосы. Так, так, так. А как заехать-то? А, все, вижу заезд. Нормально, я ее царапнул.
Вот лучше вот так, конечно, и не царапать, потому что, как я уже сказал, в этом боксе у нас тратится драгоценное время. Так, все, поставил. Ухожу. 1,5 минуты. Ты че встал? Погнали. Идите, он еще стоит, блин. А, я думаю, надо взять вот этот автомобиль. Это будет более логично. Только он не едет, правда, нифига. Так, так, так. Выезжаем. И следующий автомобиль где-то неподалеку должен быть. Я надеюсь, успею до него доехать. А, в принципе, да, вот и он. А, да, с мягкой меня парковкой. Перепрыгнули, бежим, вот она, наша машина. Минута 15, надо доехать предельно аккуратно. Так, еду. Блин, она едет. Тормоза, конечно, хорошие. Едет прям вообще как пушка. Так, я как понял, чем меньше я их бью, тем меньше времени потом на восстановление трачу. Ну, блин, ну ты... Так, 40 секунд, нормально. Лучше тихонечко проехать, чем потом ее чинить. А, как я сказал, времени в перекраске уходит гораздо дольше. Так, поворачиваю. А, вот, вот же бокс. Отлично, вылезай из машины и выходи из гаража. Миссия выполнена, 25 тысяч баксов, тачка пригнана. Ну что, ребята, на этом серию я буду завершать. Увидимся в следующей серии, и всем пока.